Я разработчик препаратов группы Остеомед. Это три препарата. Просто Остеомед, Остеовид D3 и Остеомед Форте. Над этой проблемой я, как разработчик, работал практически почти 50 лет. За основу разработки нового препарата мы взяли американский препарат, который получил хорошее признание, мировое признание, это цитракал. Состав его – цитрат кальция, второй ингредиент – гормоны сои и третий – витамин D. Но мы фактически по всем составным частям шли впереди американцев на много лет, даже на десятки лет. Дело в том, что еще в 1969 году я защитил кандидатскую диссертацию по лимонной кислоте. И в противовес карбонату кальция еще в 69 году, 1960 году, мы доказали, что он лучший в составе. И то, что американцы были, и мы пришли таким образом, ингредиент номер один этого состава был четко доказан, как у нас, так и за рубежом. Второй состав – это был витамин D. Это в мире все признано. И моя диссертация тоже была по витамину D. Это гипервитаминоз D, который я защитил в Институте педиатрии Академии медицинских наук в 1978 году. Поэтому я знал, сколько можно пить витамина D. И третий состав нужно было, состав еще определить, у американцев это были гормоны, растительные гормоны, гормоны сои. А мы хорошо подумали и решили, что давайте-ка мы на одну ступень поднимемся выше. И есть такое замечательное насекомое, это пчелы. И мы взяли гормоны пчел, трутней. И вот этот эксперимент мы попали в самую что ни есть точку, потому что гормоны трутней, вот трутневый расплод, там вся таблица Менделеева есть. Там имеются все витамины, весь набор необходимый, там все микроэлементы. И поэтому недаром сама пчела, пчеломатка, она потребляет маточное молочко, она питается только маточным молочком, который имеет такой же аналогичный состав. И она живет в 2-3 раза больше, чем обычные рабочие пчелы. И вот этот состав мы и подобрали как важный ингредиент нашего препарата, нашей разработки. Мы не только его определили рецепт, мы провели его доклиническое испытание. Мы имеем большой материал, мы использовали самые современные методические методы исследования с использованием рентген-абсорбционной остеометрии и доказали, что этот состав оказывает хороший лечебный эффект при остеопорозе. При этом не только наступает улучшение, но и закрытие полостных образований. Вот по этому направлению мы получили больше 30 патентов, российских патентов, и кроме того, 6 патентов, зарубежных патентов. В настоящее время эта разработка получает апробацию в различных регионах России и даже в зарубежных странах. С нами хотят работать 2 американские фирмы. А вы посмотрели, какие прекрасные работы выполнены на нашу тему, на нашу тему по нашим препаратам. Ростов-на-Дону, это Дагестан, Республика Дагестан, это Омск и другие места, которые, другие география, одним словом, очень широкая, которые все больше и больше присоединяются к изучению этого препарата, и мы поражаемся, что этот препарат начинает использовать не только травматологи, ортопеды, но врачи самых различных специальностей. Это лечение болезней соединительной ткани, различных дисплазий, и мы получаем при этом хорошие эффекты. Вот и сегодня закончилась очень интересная конференция, которая неожиданно открыла, что и у нас в Пензенской области, оказывается, этот препарат
хорошо внедряется и имеет очень хорошие отзывы. Причем мы не навязываем этот препарат. Они сами его используют и говорят, прекрасный препарат. Так хирурги, травматологи говорят нам, вы создали прекрасный препарат. Мы пользуемся этим препаратом, это улучшает заживление, срастание костей, костные полости зарастают и так далее, прочее. И еще и подсказывают, оказывается, этот препарат оказывает другими свойствами, например, он обезболивает боли и так далее. Поэтому мы продолжаем эту дальше работу. И в перспективе будет планируется еще два препарата, потому что для лечения, персонифицированного лечения, что мы очень хорошо изучили, нужны разные препараты, потому что каждому больному фактически нужен свой препарат. И мы над этой проблемой тоже работаем.